Всем привет! Вы снова на канале Зоопсихлесенька. И я хочу рассказать вам об еще одной стороне моей жизни, помимо дрессировки собак. Я очень люблю свою дачу. И я очень люблю сажать огород, то есть выращивать свои овощи на своем огороде. Как вы можете заметить, я это делаю не одна, мне помогают дети, активно помогают. Как и все дети, они, конечно, ноют. «Мама, зачем? Зачем ты сажаешь эти грядки?» Но они не бросают меня наедине с ними, наедине в борьбе с сорняками и активно мне помогают. Кроме того, что я считаю работу на земле очень полезной в принципе для личности человека, это для нас с детьми еще и очень веселое времяпрепровождение. Мы много общаемся, разговариваем обо всем на свете, смеемся, шутим. В общем, если говорить сухим языком, то мы активно налаживаем контакт. Если честно, я очень горжусь тем, что дети мне помогают. Я очень горжусь своими детьми. Да, конечно, как и все дети, они не любят пропалывать. Ярослав предпочитает глубоко перекопать грядку. Главное, не пропалывать. Вот, в любом случае, они мне помогают и достаточно много помогают. Это замечают и наши соседи тоже. Если честно, я считаю, что человек, который не работает на земле, хотя бы в свое удовольствие на своем дачном участке, он не может просто понять всю силу природы. Потому что, когда ты сталкиваешься с какими-то природными явлениями, даже на тех же самых грядках, ты видишь, как прорастают росточки, как из семечка вырастают растения. Не видя это, невозможно понять всю ту мощь, которую таит в себе природа. Мои друзья часто смеются надо мной, что я всем этим занимаюсь, и спрашивают, зачем, ведь все можно купить. Здесь может не вырасти, могут напасть вредители или еще какая зараза. Но это действительно невероятно, как мне папа и пытался когда-то объяснить, рассказать, донести, что это очень-очень интересно смотреть, как из маленького семечка вырастает большое растение и дает свои плоды. Честно вам признаюсь, я человек достаточно ленивый, поэтому я предпочитаю все модернизировать и сделать на свой лад. Если вам интересно, коротко расскажу. В Пронике я придумала такую систему, что грядку в Пронике я делю на две части. Весь сезон в одну часть я сбрасываю траву, на второй части растут растения. На следующий год я эту траву прикрываю землей, а на то место, откуда я брала землю, снова сбрасываю траву. И так меняю каждый год. Получается такое подобие теплой грядки, только она не обжигает корни, она сохраняет достаточную влажность, растениям есть куда расти и им легко расти. А земля получается мягкой и очень плодородной, потому что сорняки собирают в себя все витамины из земли, как я прочитала в интернете. Я избавилась от компостной ямы в принципе своем. Каждый год я переназначаю одну грядку компостной ямы. И весь сезон мы сбрасываем туда все. То, что не влезло в парник, остатки еды. Все то, что сбрасывается обычно на компостную яму. На следующий год мы эту компостную яму прикрываем землей с соседней грядки.
а эту грядку назначаем компостной ямой. И так меняем. Таким образом, у меня получается, что все питательные вещества, которые мы, как правило, берем там из перегноя и все остальное, они уже на грядке. Хочу вам сказать, что после того, как я внедрила этот метод, мой урожай значительно улучшился. Сорняков стало гораздо меньше. В этом году, конечно, с наступлением поздней весны, трава, конечно, успела вырасти, но в любом случае это не так ужасно, как это было до того. Начинать огородные дела после зимы очень тяжело, честно. Когда уже привык за несколько месяцев просто сидеть на диване, а тут приходится двигаться, и двигаться много, ну, достаточно сложно. Но через пару дней все приходит в норму, организм вспоминает и становится гораздо легче. Я всегда знала, что когда-нибудь я приду к тому, чтобы работать на земле. Конечно, когда я была моложе, у меня были дела поважнее и поинтереснее. Но я всегда знала, что рано или поздно я к этому приду. Родители очень любили дачу. А папа за месяц до того, как его не стало, даже сам пересаживал помидоры. Хотя бы даже поэтому я не могу бросить эту землю. Я не могу позволить ей прийти в какое-то запустение и разруху. Я выросла и повзрослела на этой земле. Это моя земля.